Белвэб – дочинная белорусская структура российской державной корпорации «Знешэканомбанк». Установа активно удельничает у развитии бизнесу и у притягнении замежных инвестиций для айчинных предприемств. Банк работает, конечно, как и вся наша экономика, в довольно сложных условиях, но в то же время мы сохраняем на должном уровне поддержку нашего реального сектора экономики в первую очередь. Если говорить о некоторых цифрах, то могу сказать, что за первый квартал уже этого года мы увеличили кредитную поддержку экономики на 15%. Сегодня банк уходит у пятерку наибуйнейших у Беларуси. Сёлета ему исполняется 25 годов. Сирот приоритетных напрямков деятельности – умацавание сучасных технологий. Так, у ближайшей будущей большинство банковских операций можно будет ожидать без паперовых документов в отдаленном доступе. Я думаю, что здесь не только весь спектр услуг банковских, который уже оказывал банк, будет присутствовать, но, не сомневаюсь, будет и новые виды услуг. Но для меня, как для градоначальника, не только это важно, но и важно просто, что появился очень красивый, симпатичный объект на центральной улице нашего города. Будинок банка узведены за год, зуликом усіх потреб наведвальников, у тым ліку и инвалидов спинальников. Так само предугледжена зона самообслуговывания, якая працює у круглосуточном режиме. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».